Немножко нас прервали. Я рассказывала о пейзаже, об этом вечернем, о пятой своей картине вчера, которую я нарисовала. Вот, но мама немножечко, так сказать, ворвалась своей... У нее все, она стрелец по гороскопу, вот это, то здесь был стрелец тот самый, с натянутым луком. Она спешила, с натянутой тетивой лука, она спешила и, в общем-то, немножечко внедрилась в композицию моего видео. Да, я вот хотела еще рассказать об этой, как она возникла. А возникла она просто, мне подсказала краска. Краска в баночке разлилась на вот это вот ДВП. И я ее так начала мастихином распределять, и она сама мне продиктовала этот сюжет. Ну и вот еще, конечно, вот эта картина новая мне нравится. Возможно, я какие-то вкрапления еще поставлю. Вот, возможно... Юля, моя дочка, сказала: мам, сделай вот эти вот, чтобы джинсики были цвета моря, такие более такие синие. Ну вот. Еще хочу рассказать о том, что у меня в галерее вот есть картина, которая, вот она какая-то загадочная. Вот все на нее смотрят, и все как-то любят, вот те люди смотрят, которые любят стиль лофт. Вот это такой вот оригинальный стиль, и все ее фотографируют. Вот, ну, возможно, она будоражит воображение человека, возможно, она не такая вот необыкновенная, может, чем-то, именно это и подкупает. Вот, вот. Недавно была девушка, смотрела, и сегодня тоже смотрела, фотографирует ее. Ну вот, на этом и все, пока.